недели, то есть перед экзаменами, у вас будут семинары, два занятия, ну как, два дня семинара. То есть к этому времени вам надо подготовить все вопросы по всем темам, рассмотреть все, что вы учите. Понятно, да? Записать на листочки, для того, чтобы потом, что непонятно, я ответил. То есть специально, ну там посмотрим. Две пары, три пары. Как? Уложимся, чтобы у вас все встало на свои места. Ясно, да? Ну я же сказал, перед этим будет семинар. Нет, я не веду к самому экзамену. А нет. Объясняю, как у нас проходит система сдачи экзаменов за семинар. Вы сначала приходите, ну, заранее, то есть, допустим, не семинаром. Здесь будет несколько тем по сочинению. То есть каждая тема, она объединяет так или иначе все предметы. То есть вы должны будете написать сочинение, ну, где-то на 6-8 листов. Такое коротенькое, можно больше. Понятно, да? Главное раскрыть тему, раскрыть образ. Вы напишите сочинение, потом с этими тетрадками вы придете на экзамен. Вот здесь возьмите билеты, кто какой вытащит. И здесь с 10 утра до 6 вечера вы должны будете успеть ответить на все вопросы, расчеты и прочее. Ясно, да? Сколько вопросов дают? Ну, когда 4, когда 5, когда 6. То есть кто какой вытянет? Потому что я же сказал, некоторые вопросы, они объединяют, включают в себя несколько предметов. Разве можно пользоваться на экзамен? Это же экзамен. То есть таблицы, таблицы у вас будут на столе необходимы. Но я сразу же говорю, учите армию, учите таблицу отношений, учите круговерть, все учите. Не зубрите, а учите. А вопросы в билетах не будут, как бы к этому познакомиться, кто-то имеет книгу? Ну, вытащите, конечно, ознакомиться. До того, как вы... А зачем? Все-таки билеты не принимают. Все аккарат. От вероисповедания, кончая квантовое преобразование. Ой, не важно, не запугивай. Так, для тех, кто не заглядывает в веды и в календарь, напоминаю, завтра праздник, день 45 марта, те, кто не знает, завтра у вас после занятий еще и служба. Особенно блинчики, оладушки, жаворонки, стряпки. Ну, в общем, надела всяких вкусностей. А магазин у меня там? А? Магазин. Магазин? Принеси магазинные. Вон, жертвенник завтра подберет, уже видит магазин. Но магазины это одно, это домашнее, вы что, домашнее? Не дома, и вчера еще хоть у нас еще одна радостная вещь, но появилась. Вчера буквально без пяти полночь был звонок из Кифии. Наконец-то, не прошло и полгода, нашу пятигорскую славянскую общину «Дети Перуна» зарегистрировали. Хотя буквально позавчера был звонок, старейшине сказали, что регистрировать не будет, потому что с Москвы якобы пришла бумага, что регистрировать только РПЦ, то есть только христиан, всех остальных не регистрируют. Да, есть такое волшебное слово. Я говорю, возьмите у них эту бумагу и подавайте в прокуратуру, потому что никакая ведомственная инструкция
я говорю, ну подойди ко мне еще. То есть суд перенесли по храму на 22 января 2001 года. До этого нам надо либо уговорить их отдать нам храм в собственность, либо продать нам храм. Ну, они и отдавать не отдают, и продавать не отдают. Но сейчас вроде бы говорят, может что-то поменяться, потому что все замы директора департамента недвижимости сняты, и вместо них назначено ИО. То есть это может... Кто? Местные власти? Ну, они это да. Это городские власти. Но мы возвращаемся к нашему предмету. Все вопросы не говорят. Дальше пишите. Еще не номер. Номера пойдут потом. Свиток пишем. Все годы свитка указывают на глобальные изменения не только в общественном сознании, но и во вселенских масштабах. Все годы свитка указывают на глобальные изменения. Не только в общественном сознании, а глобальные изменения не только в общественном сознании. Но и во вселенских масштабах. Точно. В годы свитка происходят величайшие катаклизмы. На Земле меняются материковые очертания. Появляются и исчезают острова. Очертания. Появляются и исчезают острова. Увеличивается вулканическая активность. Для того, чтобы было легче выжить, для того, чтобы было легче выжить, каждому народу дается откровение или предупреждение. Народу дается откровение или предупреждение. Женя, ты что слышишь? Нету этого в книге. Понимаешь? В книге написано одно, я диктую совершенно другое, больше, чем в книге. Ты сидишь и смотришь. Я же говорю, я беру отсюда только образ. Все остальное даю свое. Или предупреждение. Точку. На основании данных откровений или предупреждений
на основании данных откровений или предупреждений. Народы могут приложить, свои совместные усилия для выживания в тяжелый период. Коим только сплоченность и вера, являются путеводными звездами, к определению чего? К преодолению тяжкого времени. Года свитка хаотически происходят войны. И гибнет много не только людей, но и множество видов различных живых существ. То есть, как правило, в 20 веке все войны были спланированы, да? То есть, допустим, несколько государств, одно вклинивается, тут же другое объявляет. А хаотически, когда вот два правителя перессорились, и ни с того ни с сего, на пустом месте раз, военный конфликт между ними. Или как он в африканских странах. Жили-жили нормально, на утро просыпается, а уже это военный режим. Эти перепились правители, друг дружку там это, власть сменили. Вот она, хаотически. То есть непредсказуемая смена власти. Спонтанная. Понятно, да? И теперь помечаем себе справа. Тридцать седьмой. Черный свиток. Сразу же. Хочу вам объяснить, прежде чем мы начнем писать, вот Геннадьевич меня замучил вопрос, чтобы вам было понятно. Запомните, вот это где у вас путь, жрец, жрица, мир, явь и прочее, до храма, вот это лето. Понятно, да? Лето – это времена, а вот это годы. Это не временная характеристика,
а образное. Поэтому говорят тяжелая година. То есть как бы тяжелый период, который несет в себе определенный образ. Вы должны понять, что год это не временная характеристика, а структурная, передающая сущность образа. Ясно, да? Чтобы не путались, вот эти цифры от 1 до 144, вот это годы. А вот это идут круги. Это лета. Поэтому и круга лет. Ясно, да? Круги лет. То есть круг лет это 16. А проходя через 9 стихий, у вас получается круголет числа Бога. То есть круг жизни. 144 лета. Ясно, да? Ну а теперь пишем. Или помечаем себе черный свиток. Год тяжелых испытаний, эпидемий, пандемии, революций и переворотов. В этот год рождаются люди с подсознательным чувством страха, с заниженным чувством долга. Они, как правило, эгоисты по натуре, им присущи такие свойства характера, как авантюризм и лицемерие. То есть у нас это будет. 1905. Ну здесь уже одна только дата, 1905, уже говорит сама за себя. Это революции, перевороты, болезни. Ведь революция не только в России 1905 года. Бунт был. И на Дальнем Востоке, и в Сибири, то есть по всей Евразии. Бунты были и на Ближнем Востоке. Именно вот в эти годы, потому что все равно наши. То есть только по одним датам каким-то конкретным можно уже просматривать, что перевороты. Тоже 1761 год, дворцовый переворот. Дальше следующий. Красный свиток. Двадцать первый номер. Красный свиток. Год хаоса и разброда в умах. Год, когда очень ярко проявляет себя общество черного мистицизма, которое практикует кровавые культы вплоть до человеческих жертвоприношений. В этот год в мире проливается очень много крови не только людей, но и животных, так как люди бессмысленно убивают зверей и животных ради своего удовольствия. В этот год рождаются люди, в которых изначально заложены диктаторские способности и чувство эгоизма, которые для достижения своей цели проливают чужую кровь. То есть, видите, 1888 это считается вообще год возрождения мистицизма и оккультизма в Европе и России. Да, ну, позапрошлый век, то есть 19-й. Следующий. Огненный свиток.
пятый номер. Огненный свет. Засушливый год, когда преобладает повышенная солнечная радиация, идет обильное испарение воды, что приводит к смерти людей и животных от жары и жажды. Кроме того, зной и ветреная погода являются благоприятными условиями для возникновения больших пожаров. Получается обильное нашествие жуков, саранчи и других насекомых, которые пожирают урожаи и листву в лесах. В год огненного свитка рождаются люди с мистическим складом ума, для которых огонь и огненный результат. Ритуалы являются символом внутреннего преображения. Это у нас 1584-1728-29. В 1872-73 и 2016-2017. 133-й золотой свиток. Преображение, когда, несмотря на происходящий вокруг хаос, возникающий вследствие разрушения основ материализма, и когда ярким цветом, золотым лотосом, цветком папора, раскрывается духовная сущность людей, в этот год золотого свитка рождаются солнечные пророки, цель которых — вести за собой общество по духовному пути развития. То есть год духовного преображения. То есть люди начинают задумываться над тем, кто они, что они и как. То есть появляется, начиная с октября месяца по стране, то там, центры возрождения духовной культуры, центры родоверия, народных традиций и прочее. То есть идет рассвет. Но, заметьте, почему идет рассвет? Потому что населению нашей державы, у них тоже потребность, и они начинают в эти центры идти. Но темные силы же просто так не могут сесть, смотреть, что вот весь народ, который они превращали в бессловесное стадо баранов, пойдет возрождаться. И они начинают создавать псевдонациональные, псевдокультурные, псевдоисторические системы, чтобы у людей увести людей в никуда. То есть в сторону. Понятно. Если касается нашей группы, раз мы сопредельно начали учиться, то что-то значит? Ну, духовно начинаете преображаться. Но заметьте, то есть сюда же шли те, кто хотели прийти. Знаете, где-нибудь висели объявления, приемлемые по телевидению. Нет. То есть вы сами пришли сюда, сами захотели. То есть, ну, вас-то поступило больше, а так называемые попутчики, они что? Они отсеялись. Вот и поступили, но потом поняли, что эти знания им не познать. То есть думали, что вот как в Советском ВУЗе отсидятся, да? Там переписал, сдал по шпорам. Нет. Здесь же не главное иметь в конспекте запись. Главное осознать, что дают, чтобы это отложилось здесь. То есть конспект должен быть здесь, а не на бумажке. Следующий. 117-й, зеленый свиток. Годы. А, годы? Извиняйте. Все, дадим вам годы.
1568-69. Тысяча семьсот тринадцатый. Почему? Шведские войны закончились. Это первый. 1856-57. 1856-57. И 2000-2001. Там Александры старались. Николай Первый и Александры. Первый, второй, третий. Не зря же одного называют просветителем, другого освободителем. Ну, переходим дальше. 117-й. Зеленый свет. Сейчас мы запишем, а потом еще пометим, что это не просто. Вот такое обозначение, свиток и все. Есть еще и другие материалы, где это встречается. Год коренного перелома в общественном сознании, когда в обществе начинает сильно развиваться чувство национального достоинства. В эти годы происходит активная борьба за сохранение самобытных национальных традиций и культур. В этот год рождаются люди с пацифистскими настроениями и особым складом ума, с обостренным чувством гармонии с природой. В дальнейшем развитие этих людей преобладает стремление к созданию натуралистических обществ, где человек живет в гармонии с природой. То есть хочу сразу же предупредить, что в нашем понимании у нас есть понятие пацифизм. То есть не так, что против войны, агрессии, то есть там тебя хоть убивают, а оружие в руки не берут. Нет. Россия единственная держава пацифист. То есть она никого не трогает, пока ее не трогают. Заметьте. Шведы напали на князя Невского, да? То Бергер ему говорит, если сможешь биться, выходи. Он говорит, иду на вы, пошел и победил. Наполеон напал, его проводили до Парижа, подписали акт о капитуляции французов и куда? Домой. С Гитлером было то же самое. И куда? Все. Дошли до Берлина и назад домой пахать. Вот что такое пацифизм. То есть ни на кого не нападаем, но при этом не терпим, когда нам кто-то угрожает или еще что-то. Ясно, да? Так, годы записываем. Это у нас мы сейчас записывали 117-е. Тысяча пятьсот пятьдесят второй, пятьдесят третий, 1696-97, 1840-41 и 1984-85. Дальше 101. Успевается? Да? Небесный свиток. Год войн, катаклизмов, революционных выступлений и попыток переворотов. В этот год рождаются люди с чувством оторванности от реальности земной жизни. Все их мысли летают в облаках. Их очень трудно держать в строго определенных рамках
поэтому из них часто получаются нарушители закона. Но это не просто год войн, катаклизмов. Как многие могут. Ну, там война, две страны между собой повоевали и прочее. То есть в этот год конфликты в древности были помощнее, чем даже Первая и Вторая мировые войны плюс со всеми ядерными взрывами. В этот год уничтожили, используя силу стихий, вторую Луну. Вот. То есть где мы можем найти? А вот в этом сборнике книг. Думайте. И когда он снял шестую печать, я взглянул, вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И внимательно дальше. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Небо скрылось, как свиток. Смотрите, вот где у вас небеса, и смотрите, где свиток. И вглубь тысячелетий уходите, и вот вам дата, когда это произошло. Ясно? Это Библия, Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стихи с 12 по 14. Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стихи 12-14. То есть не забывайте, здесь идет описание, ведь Библия что? Она же со всего мира, ну как говорят, легенды, мифы собрала в кучу. Да. И, в принципе, даже разобрать, смотрите. Солнце стало мрачно, как власеница. Солнце стало мрачно, как власеница. Это когда у нас солнце мрачнеет? Тучи на небе. Это месяц. Указание месяца. Луна сделалась, как кровь. Это у нас число. Образ сокрыт. Не, я вам сейчас говорю. А потом это мы будем разбирать. Я вам просто комментирую. Луна стала. Звезды небесные пали на землю, как смоковник. Это указание времени, когда это произошло. А небо скрылось, свившись как свиток, это указание на лето, когда это произошло. Да. Когда сие событие свершилось. Видите, как все просто? Когда знаешь. Но очень плохо, когда не знаешь, да еще к тому же и забудешь. То есть, а с этим понятно. Нет. Секундочку, я сказал, мы это будем разбирать потом. Мы сейчас записываем одну тему. А образное вычисление, это у нас совершенно другой предмет и другая тема. Я вам просто привел пример. 85-й, синий. А, так, вы записали? Года нет. Года нет, да? Пишем. 1536-37. Летание. 1536-37. Пометили, да?
да? Дальше 85. Синий свитер. Год коренных изменений в общественном сознании, когда рушатся одни идеалы и возникают новые. Год, когда психология человека и общества особенно подвержена губительному влиянию самости и жадности. В этот год рождаются люди с обостренным чувством справедливости, но они не могут выразить свое чувство словами. Поэтому все их речи можно назвать бессвязными. Им редко достигнуть высокого положения в обществе, используя свое красноречие. Наибольших успехов в жизни они достигают, когда им удается выразить свои мысли и чувства в искусстве, живопись, литература и так далее. То есть это у нас годы сразу же. 1520-21. 1868-1953. Что в этом году произошло? А в этом году у нас прошло? Товарища Сталина убили. Убили. В марте. Кроме того, 113 дней правления Лаврентия Павловича Берии. Потом Великая русская революция Георгия Константиновича Жукова 27 июня 1953 года, когда он только двумя танковыми дивизиями полностью власть захватил, свергнув. Великая русская революция? Да, Великая русская революция. То есть там принимали только участие одни русские. 27 июня 1953 год. Он неузримой власти, то есть те, кто были, я имею в виду полностью аппарат, Ягоды, Берия и прочее. Он же Каганович хитрый был, он вроде бы как министр путей сообщения и внешне никуда не вмешивался, то есть он хитрый. А? 113 дней. После этого были правления тех, кто не знает, Булганина и Маленкова, которые полностью до конца уже отменили всю карточную систему, которая оставалась. И буквально до 70-х годов, то есть даже при Брежневе, бабушки ставили свечки Маленкову в церквях. То есть хотя из официальной истории Булганин и Маленков как бы сразу же исчезли. Что после Сталина там чуть-чуть пошалил Берия и сразу же приступил Никита Сергеевич Хрущев. А Хрущев пришел к власти, только сместив Маленкова. А потом его уже сменил Брежнев. То есть, но 1953 год, это вот как раз социальная психология сознания поменялась. То есть многие же искренне плакали. То есть как жить дальше, Сталин умер. Потому что вся жизнь... Так была построена психология общества, была связана с именем Сталина.
Сталин и великий железнодорожник, и великий кузнец, и великий пахарь, великий труженик, великий филолог, великий учитель всех времен и народов, отец всех народов и так далее и тому подобное. То есть это набивалось не один год, это шло десятилетия. То есть даже есть такая юмореска. 20-е годы. На лавочке сидят Ленин и Сталин. Подпись к этой фотографии. Ленин дает советы Сталину. 30-е годы. Ленин беседует со Сталином. 40-е годы Сталин дает советы Ленину. То есть, как психология поворачивалась. Ведь это же громадный был психологический эксперимент по созданию гомосоветикуса. То есть, нового вида. Когда пытались всех перемешать со всеми. Вплоть до того, что с обезьянами. Дальше. 69-й. Лунный свитер. Год катаклизмов и уничтожения народов. В то же время вспышка интеллекта в обществе, подъем общего благосостояния и происходит развитие держав. В этот год рождаются очень трудолюбивые люди, у которых нет стремления к вершинам власти. Как правило, их любимое занятие – это чтение книг, садоводство, цветоводство. Они выбирают профессии, в которых присутствует созидательное начало. И пишем. 1648-49. В 1972-93, 1936-37 и 2080-81. То есть, заметьте, 36-37 год. Сейчас говорят, вот репрессии, там, уничтожение, миллионы гибли, но... Помимо этого, что было? Это же год, когда закончились первые пятилетки. Не прогресс, магнитка. То есть общество что? Начало становиться на ноги. Индустрия, благосостояние уже начали в колхозах даже выдавать хлеб вместо палочек трудодней за работу. Да? То есть уже начало меняться. Но у нас, как правило, поднять сталинские газеты, все прекрасно. Поднять вот эти демократические, все годы было все плохо. А мы смотрим посреди, между строк. То есть было и так, а еще было нормально. То есть беседа с людьми, кто жил тогда, они, их рассказы не вписываются ни в коммунистическую историю, ни в демократическую, ни в какую. Они вписываются в нормальную историю жизни народа. То есть, и поэтому надо исходить именно из этих. И последний, 53-й. 53-й. Белый свиток. В скобочках. Харатия. Белый свиток. Харатия. Для тех, кто не знает, харатия – это пергамент. Год коренных изменений и становления общества. В этот год у людей проявляется чувство коллективного созидательного труда. Им прийти чувство лени. Они устали от войн и потрясений. Главной целью для народов становится созидательный труд.
В этот год рождаются люди с необычайными интеллектуальными способностями. Гениальные ученые-инженеры, талантливые художники и писатели, которые все деяния свои направляют на благо общества. Это у нас 1632-33. Только заканчивается, люди устали от войн, и рождаются художники, да? Ученые, как правило, в эти годы, которые и дали развитие в стране. Но очень много рожденных вот 20-21 год, их очень много выкосило гениальных Вторая мировая война. Вот сейчас мы записали свет. А теперь я, Михалыч, теперь я вкратце поясню, чтобы вы запомнили, как это считается. Солнце стало мрачно, как масленица, да? Это месяц. Солнце. Раз, два, три, четыре. Четвертое место. Просто? Сейчас. Луна сделалась как рот, число. Восьмое. Где? Мы считаем. Раз, два, три, четыре. Солнце какое? Стихия. Четвертое. Луна восьмая. Звезды небесные пали на землю. Солнце стало мрачно, как в осени. Солнце. Это у нас четвертая стихия. Так? Четвертое. Четвертое место. Какое у нас? Рамхар. Айлин. Айлин. Гелин. То есть. Месяц. Почему именно так? Потому что раньше писали, допустим, июня 25 дня.
понятно, да? Или месяц Рамхат, или вот месяц Гелет 8-го дня. Понятно. Не как сейчас 8 июля или там 3 сентября. Раньше сначала писался месяц, а потом его число. Миш, понятно ли? Все. Что-то понятно. Так, это было как писали. То есть у нас лето мы уже знаем. Правильно? Выбирайте, что не троится в нашей любви. Петрович, если они прибыли на землю 5761 год назад, откуда у них информация то, что, о том, что было за 13 тысяч лет? Да. Только из источников, которые на земле, а те источники и наши. У нас это вот так. Кто первый? Кто первый? Вот кругалета. Это небо свернулось как ситер? Да, да, да. Ну это вот, если конкретно какой это был год, это вот, к Александру, у него там программку создал, машина просчитывает. Есть? По кругалета. Мы считали. Сейчас время запишем. Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром роняет незрелый смок. Звезды небесные. Посмотрим. Так, звезда. Так, как было вам проще? В части сколько частей? 44. Нету у нас минут. И следующая стоит земля. Части 1296 доля, а тут земля это первая часть, вот, одна доля. Вот вам, пожалуйста, время. Управляете, правильно, что сколько части-то? Отсюда вывод.
2 часа 24 части, это у нас сколько? По-советски даже просто берем. 2 часа это у нас по полтора. 3. 6 вечера, 3, то есть в 9 вечера где-то полдесятого. В 21.30 произошла вся эта. Мы тоже по времени читали. А? Почему по времени? Ну а тут они что-то меньше. Почему? Если мы говорим, что стал полдесятого. Нет. В одном советском. В славянском часе полтора советских. Понятно, но первый час начинается у нас с Гринвич. Я не беру Гринвич, я тебе привожу по советскому, сколько сейчас было. То есть там были другие времена. Вот, наше оно как было, так оно и осталось. Но вдруг там день начинался, у меня сутки начинались в полдень. Шесть. Это сгадка измерения или еще? А? Это чье измерение? Время? Да. Это наше идет, общее, наше. Где начинались? Где начинались сутки? При чем тут, где начинались? Иначе мы не измерим, точно. Я тебе говорю. Время дано, что момент, когда это все произошло и погибло, Антлань. То есть по времени Антлании. То есть там, когда она погибла, когда на нее это все рухнуло. То есть, Петрович, наши предки не пользовались, как сейчас, живя в Сибири, время московское, или время китайское, или время нью-йоркское. Здесь у нас, в Асгарде, асгардское время. В Киеве киевское время. То есть, никогда киевляне наше время не будут стоять у себя. Нет, ну, а раньше так и было. В том месте, где происходит, то время и проставлялось. Времени было понятно. Сейчас давайте у себе звезды и звезды. Частики напишем. Делать нечего. Всякие магнитовиды, гвоздями царапают. Спущать не надо. А? Спущать не надо. Поехали дальше. Это не таблица. Не отвлекайте человека. Порядки. То есть, вот здесь вот чисто громко. Четыре таких ровных черточки. Thank you.
Там четырехрунник стоит, четыре черты, четыре руны. Современное обозначение, то есть полуруника. Один час. И это все называется паби. Начало нового дня. Начало доброго дня. Доброго. На пароль можно делать? То есть начинается он с 19:30 по-советски до 21:00 по зимнему времени. С 20:30 до 22:00 по летнему времени. Ну там же на час вперед время. Все записали? Давайте. Нет, нельзя никаких вопросов. Иначе мы не запишем часы. Те вопросы, если их останется, ответим. Не перерыв. Почему? Нет. Первое разорвано. То есть, если первый час это 4 целые, то второй час обозначается 3 нижних целые, а верхние разорваны. То есть, как бы из двух состоит. Понятно, да? То есть, чтобы записать вот этой пиктограммкой третье, у меня будет вот так. Понятно, да? Третье у меня будет так, вот здесь. Следующее у меня будет вот так. Понятно, да? Последующее.
последующее, поэтому вы не торопитесь. Какой вертеп? Вечер. Вертеп. Привет, блядь, все написано. Вы че? Да. Кто о чем думает, то и привет. Вечер. Появление звездной росы на небесах. Появление звездной росы на небесах. И время, то, что мы проставляем. 22:23. В скобочках поставите ночь. Но на Украине до сих пор так говорят. Ніч. Ніч яка місячна, зоріна, ясна. То есть означает нечетное время трех лун. Время 22:30 до 24:00. Это у нас идет зимнее время. И 23:30 час. Это летнее время. Понятно, да? 24:20. Ну, в первом случае до 24:00. Это посчитать. Да, то есть сейчас добавляем. Где? Чего? Вот, 23. Как? Почему 0? У вас что, между первым часом еще полчаса? А почему? А у вас почему 0? Ну, это как 6.
Нет, там получается, что летние и зимние в полтора часа раньше. Последний рунь там есть, палочкой вверх? Да, вот да, речь, вот. Вот это есть, да? Да. Да, и здесь как оно. Полночь или полночь, только полный путь ночных лун. Мы пишем совет, Сережа, с нуля до часу 30, это зимнее время, и по летнему с часу до 2:30. У нас не было нуля. Звездное утешение росы. Звездное утешение росы. Росы. Росы.
что руна раз, она одна, а вот эта руна рось. Звезда, утеха, рось. Отсюда это получается звездное утешение, росы. Только есть росы, которые по травам, да, выпали, а есть росы, которые на небесах. А здесь звездное утешение росы, то есть и небесной росы, и земной. То есть образ соединил. Время проставили, нет? С часу 30 до 3, и с 2:30 до 4. С часу 30 до 3. Сияние, запятая, заря. Звездное сияние, заря. То есть зимнее время с 3 до 4:30. И с 4 до 5:30 летнего времени. Первое обозначение, вот где черточки, там две прерывистых, шесть. Или три должно быть? Наверное, первое будет не прерывистых, а две последующие. Третье будет прерывистых. Вот так историю-то тираю. Что за плевок, где огород?
только что записали, ты человек это рестер, его что уже стер. А я у себя не на том месте стерла. Окончание звездного сияния. Окончание звездного сияния. И сразу запили. Ну а что, слово-то? Что сразу же? Военно-спортивная коммунистическая игра за Урбицы, да? С 4:30 до 6 часов. С 5:30 до 7. 4:30. 6 часов. Это. Зимнего времени. А? Почему китайский? У китайцев 3 черты, а у них 4. На 4 мозгов не выйдешь. Так, на этом урок закончен, перерыв. Продолжим.